Илья, вторая, или уже третья теперь наша традиция, мы дарим подарки. И это книги, я считаю, это самый лучший подарок. И я сегодня не зря сказал, спросил про отцов и вас. Вот я хочу вам подарить совет отцов в образовательной организации. Спасибо. А, вторая книга – это «Кодекс ученика в образовательной организации». Потому что к вам очень много приходят учеников, и в этом случае, конечно же, есть возможность посмотреть, что-то взять для себя, и поэтому это книги вам в подарок. И третья, четвертая наша уже традиция, мы награждаем грамоты. Награждается грамотой руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Сергеевич Шадриков за активное участие в телепередаче «Совет». Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо. Уважаемые телезрители, уже традиционно завершаю программу цитатой. Сегодня это будут цитаты Гиппократа. Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. Спасибо вам большое. Ждем новых гостей. До свидания.